То есть комплекты вот такие штуки. С каким-то еще покрытием типа soft touch. Вот как покрывают телефоны, резина такая тоненькая. Мягенькая, приятненькая. Она подлипает как бы. Видимо, для звукопоглощения. И то, что у меня стоят родные, я могу снять, дать им отдохнуть. А вот эти поставить, значит. Если будет поршень давить, на самом деле не очень хорошо, потому что как раз они тут выгибаются, предыдущие у меня выгнулись. Брембо. Как раз вот в этом месте они выгнулись. Как раз в этом месте. Сразу намазать это самое. Вот так вот. Просто с каким-то рисунком.
металл, только они немного чернее кажутся. Металл тоже глубокая бурочка, все завалено. И тоже такие же у них есть это. Только здесь они загнуты. Вот софтач типа. Смотреть, что ли, снять, как там эта железка выполнена. Основа. Сколько там дырок? Это тут две дыры такие. Попробуй снять. Не знаю, с какой стороны. Вообще тут будет вообще. Где две? Так они еще приклеены, вот она отогнулась, но не снимается, потому что все деньги приклеены, она смазку на кучу наклеена. Видно, да, что эти приклеены позаботились у нас. Вообще не снимается. Здесь просто, вот, да, двусторонний скотч. И дырки такие же точно, только вот на одном штампе их делали. Спасибо.